Армада. Сегодня, по-моему, 3 октября 2014 год. Здравствуйте. У меня такая проблема. Парочная повестка. Старая была. Картины с фотографией. Мебель, шмебель. Что-то у меня с голосом все. Кухни. Столько мебели. А тут стульчиков дофига. Какие хочешь? Смотреть, что ли? На обратном пути посмотрю. Тут бытовая техника. Там диваны дальше. Технодон. И стульчики. Куча стульчиков. Тут диванчики. Пока не вижу диванчика своей мечты. Табуреточки. 8200. Это ты мутёк тебе. Прикольно. Телевизор, все что хочешь, подставки для телевизоров, диванчики, море мебели. Столько диванчиков, они все кожаные. Я бы хотел не кожаные. Большие такие диванчики. Не, я такие не пойду. Это не то. Совсем не то, что я хотел. Посудка. Прикольные диванчики. Ну, конечно, новое все хорошее. Но. Новье. Новое, конечно, все хорошее, но... О, какие прикольные. Мягкие. Но оно не то. Не то, что я бы хотел. Прикольные такие кресла-кровати. $48,000. А вот еще интересно. За 80,000. И кресло 30,000. Такой прикольный комплектик. Только, правда, цвет не очень серенький. Вообще классно, надо спросить, сколько стоит. Такая штука 270,000. Можно со скидкой, если есть наличные. Классный диванчик. Расцветку можно подобрать и сделать вот так вот. Такие царские диваны. Офигеть. Красота. Красотища. Такой цвет прикольный. Куча разной мебели. Какую хочешь, такую выбирай. Прикольно. Все классно, все отлично. Стульев целая куча. Пойду искать своих. Куда они убежали?
вряд ли это будет за деньги. Хотел стульчики посмотреть, сейчас посмотрю. Ну, здесь обычные. $11.200. Прикольная тумбочка. Столько кровати, столько мебели. Кухни. Все, что хочешь здесь. Прикольный комплектик. За 500 000 тенге. 433 тысячи. Классные, классные диванчики. Вот там еще посмотрю, сейчас серенький. Такой полукругом. 507 тысяч. Такого добра. А зачем тебе такой диван? Он такой громоздкий. 491 тысяча. Прикольный стульчик. Сколько у вас эти стульчики? Отдельно. Такой диванчик. Прикольный. И пусть.